После удара по Новели-Ровенор к власти Федерации пришла ультраправая фракция, поддержавшая жесткие меры, бомбардировку Калдари-Прайм и высадку десанта для захвата планеты. Военная машина Федерации Галенте набирала обороты. Вскоре стало очевидно, что полный контроль планеты Галентами – лишь дело времени. Калдари понимали, что победить превосходящие силы Федерации в борьбе за Калдари-Прайм невозможно. Вместо этого началась разработка плана эвакуации калдарского населения планеты. И вскоре миллионы Калдари смогли покинуть планету. Прошло 2 недели. Более половины калдарского населения еще оставалось на планете. Стало очевидным, галенты готовятся к масштабному штурму Калдари-Прайм, чтобы, вытеснив калдарский флот, захватить планету. Шли дни, и отчаяние начало охватывать Калдари. Атака галенты была неотвратимой. Когда в сердцах оборонявшихся уже начала гнездиться паника, адмирал калдарского флота Екие Товил Това берет ситуацию в свои руки. Немногим более 40 возглавляемых им кораблей совершили прыжок к галенте Прайм. Остался лишь один корабль, серьезно поврежденный флагман Товил Това. Последним своим приказом адмирал Екие Товил Това направляет огромный корабль на таран галенте Прайм. Адмирал Товил Това и его команда пожертвовали собой ради спасения миллионов Калдари. С того дня он почитается как национальный герой, и его имя одно из первых, что узнают на уроках калдарские дети.